Так, сегодня у нас 19 декабря. Так происходит у нас заправка. Сейчас покажу. Снегом завалило, сейчас поеду 3 деревни чистить и 2 села. Уже, наверное, 9 не было, я выехал, то есть маленько свою деревню расчистил. Со своей стороны сейчас поеду соседние чистить. Вот так вот. Через край целый заправил. Охренеть. Такой отвал там есть у меня видео. По отвалу. Коричка не пытается. Че все, пошел там, наверное. Вот снег идет и чистить, и не чистить. Ну дали команду чистить, поедем чистить, да? Наше дело. Маленькая. Так, ну ладно, смотрите, что будет. Дальше. Ну вот, снимаю уже второй день. В тот день нормально видео все полностью не получилось снять. Вот снимаю на второй день. Потому что до ночи ездил. До ночи чистил 3 или 4 деревни, вычистил большой прогон. Там деревня переросла в дачи, 2 деревни, и там очень много улиц, много закоулков, пришлось все чистить. Сейчас он мне на улице простоял. Это отвал у нас такой, кстати, есть видео про него, как мы в том году его зимой также привозили, покупали. Ну и трактор тутаевский. Я сейчас целый день простоял на улице. Я думал, поеду, куда не поеду. В общем, его утром прочистил деревню до конца здесь. Рублевку. И поставил. Целый день простоял, не знаю. Глянул на машине. Минус 11. Сейчас посмотрю, как заведется. Как бы. Еще. И... Ну, вообще, должен завестись. Ну, черт его знает. Сейчас. Поеду поле к рулонам прочищу, чтобы можно было на эвакуаторе подъехать. Так. О! Вот так. Так что надо сейчас маленько по-другому сделаем. Поехали. Сейчас попробую.